Мы ведем репортаж с места раскопа 50-й армии. С нами стоит 90-й батальон Министерства обороны Российской Федерации. Это ребята, которые на протяжении многих лет работают, ведут поисковые работы, поднимают солдат, батальоны. Рядом со мной стоит командир взвода 90-го. Батальона. Сейчас передам ему слово. Он несколько лет сюда выходит, на этот район, и ведет работу. Пожалуйста, оставьтесь. Здравствуйте. Командир первого взвода поиска 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации Западного военного округа. Мы находимся на месте боев 50-й армии, конкретно 146-й стрелковой дивизии, которая вела наступление от деревни Зимницы в направлении Зайцевой горы. В данном месте находится очень много воронок артиллерийских, которых я в 17 году вышел на это место по картам боевых действий, и которых уже на протяжении нескольких лет мы поднимаем наших солдат. Здесь лежат бойцы со всей территории Советского Союза, с Татарстана, с Урала, с Киргизии, с Казахстана встречались солдаты. А в данный момент мы осушаем воронку от артиллерийского попадания 152 мм. Точно надеемся, что эта воронка, как и многие другие, даст результат, и бойцы, погибшие, оставшиеся на поле боя, вернутся на свое место на небесах. Также надеемся, что будут установлены имена, и еще одно имя безвестное вернется на страницы истории, как и положено героям. Если посчастливится, мы поднимем, установим, еще один солдат вернется домой. А теперь вопрос, Василий. На протяжении скольки лет вы ведете вот эти поисковые работы в этом батальоне? И вопрос, сколько поднято вами бойцов? Это есть такая статистика у вас? Поисковый батальон ведет свою историю на протяжении 15 лет. С 2007 года он был сформирован на постоянной основе. За все время поисковым батальоном поднято более 15 тысяч человек. Это размах. Это включая по проекту без срока давности о геноциде советского народа в Великую Отечественную войну. Установлено более 150 имен. Найдено родственников этих бойцов. Всего найдено около 1000 имен, восстановлено. Это, к сожалению, мало, но годы идут, все теряется, бумага и сливает. Помогают находки именные, помогает криминалистика, которая позволяет даже самые плохие, самые уставшие медальоны разворачивать, прочитывать, устанавливать имена. Спасибо, Василий, за хорошую информацию, хорошую. Что, мы так далеко от них ушли, что ли? Ну, потому что это дубы. Или на дубы.
Да, что-то это девчат не знаю, да? Еще про дубы. Дубы? Да. Я не знал, что это дубы. А вы шивонщики. А мы кто? Можем сюда. Здесь остаетесь, да? Да. Еще пойдем, пойдем. У меня Николай Иванович с одной стороны. Нет, ты догадывался? Люди. Доброе утро всем, кого не видишь. Доброе утро. Здравствуйте. Счастливые люди. Товарищ командир. Ну и что там? Остались? Что? Что, пойдемте, человек, наверное, 7-8. Сходим. Мужики именно. Бревно передвинем. Сейчас пойдем. Блин, обшикалку-то не взяли. Взяли, взяли. Все, пошли. Сейчас мы пойдем, бревно переставим. Мы пошли на свое дело. На ботинок, на ботинок. На ботинок. Дымилась роща под горой, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, он не забудет, не забудет. А так и я вас у незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.